Украинские визажисты стали лучшими на чемпионате мира OMC в Париже. Это самое престижное соревнование среди парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевой эстетики. За звание лучшего визажиста и парикмахера в этом году состязались представители 47 стран. Наши мастера завоевали золотую медаль и кубок победителя по визажу в номинации «Командный зачет». Наша команда в этот раз выступила, безусловно, на высшем уровне. Мы забрали главный кубок. Это было достаточно сложно. Почему? Потому что очень много месяцев тренировок с командой. Мы всегда поддерживаем друг друга. И нам все-таки это удалось. Были очень сильные работы и результат. Два кубка, и визажисты взяли главный кубок, командный первое место.